Итак, трио Валерия Высоцкого на нашей сцене. Эдуард Москалев, контрабас. Владимир Лыткин, фортепиано. Валерий Высоцкий, ударные инструменты. У меня, если писать обо мне, то и не вспомнить даже, сколько было разных событий. Потому что ездили по всей России, и много встречались. Начал я играть в году 54-м, вот так вот. Ну, я постепенно начал. Сначала понемножку так различными простыми методами подражал, там палки разные пробовал. И постепенно так это вот, получилось. У меня была своя группа, так в виде ансамбля там. Человек 5 был, я уж не помню, кто. Все время разные были. Играл, джемы. 4 года так примерно мы с ними играли. Квартет был из 4 человек, конечно. И сейчас все умерли, кроме меня. Этим квартетом мы объездили много городов, играли свою музыку. Ну, конечно, я работал в Астории, и все, это первые годы были. Я сначала работал в Астории, потом в европейской гостинице, но потом меня выгнали. Там приходил ко мне сначала просто один, потом второй приходил, полковник. И очень вежливо сначала, я говорю, не понимаю, как можно так отказываться от таких. Я говорю, ну а я вот такой. И 2 дня он меня уговаривал. Ну, потом отказался, он отстал от меня. Это вышло в 61-м году, ладно. Мне в 60-м, в начале, это был... Сейчас скажу. Автор Мысовский эфир так. Сама эта книжка очень, очень содержательная. Здесь очень много разных фамилий там. Вот. И не смотрите на то, что она маленькая, так сказать. А на самом деле она очень содержательная. Очень содержательная. И в принципе правильная. Я купался 20 с лишним лет. И зимой, конечно, и весной, и летом, но зимой, конечно. Купался, язву вылечил, потому что ничего не помогало, от язвы ничего не помогает, никакие лекарства, ничего. Потом стал купаться, и постепенно вылечилось. И вот сейчас нет, ну так иногда болеет, а в общем... Про что? Ну, боги, я проработал 30 лет, а потом развелся, то есть ушел оттуда, но меня не хотели отпускать, я все-таки договорился. А сейчас практически забыл все. Вот. А сейчас практически не играю, вот только до этих. До этих тройки. Ну, все-таки что-то еще есть. Иногда играю тут. Вот.